Окей. Ну что ж, мы опять в этом главном подвале. Значит, и вот наш ключ, который мы добыли, открыл нам эту вторую дверь. Ну что ж, теперь заходим. Еще один ключ? Я говорил, что обожаю их собирать. И куда мне его совать? Мы думаем, он отпирает что-то в Абу-Симбол. Абу чего? Открой Инертан. Все координаты уже там. И где будет вертушка? То есть вертушки нет. Мы не сможем к тебе пробиться. Эти сволочи просто взбесились. Охренеть! В четверти мили от тебя мы обнаружили катер. Попробуй попасть в Абу-Симбол на нем. Согласен. Не потонем, доплывем. Ты меня знаешь. Что? Это мой маленький секрет. Ура! Миссия закончена. Так, окей, значит, следующая миссия — вместе навсегда. Хорошо. Ну чё ж так долго грузится, ну ёлки-палки. Давай, ползи, ползи, ползи. Чуть-чуть же осталось. Окей, автосейв прошёл. Начинаем. Держись, Сэм. Сейчас тебе придется туго. Насчет туго был со мной случай. Даже слушать не буду. Ты че, классная история. В ней есть козы. Если выживу, расскажу обязательно. Главное, войди в Абу-Симбол. Дальше я все объясню. Слушаюсь, мэм. Так. Ну что ж, заходим. Что может быть приятней, чем сравнять с землей древние руины? Окей. Ёлки-палки.
Ну давай, еще кто? Ну, кто еще на меня? Окей. Ёлки-палки. Отдыхай. Так-то. Я люблю эти костяшки. Thank you.
Интересно, как же мне теперь отсюда выбраться-то? Так, ну что ж, ладно, мы внутри. Тут, короче, сбоку я нашел какой-то проход вдоль этих стен. И вот попал сюда. Окей. Ну, давайте обследуем территорию. Да. Окей. А вот наши лазеры. Окей. Ищем ключ. Да, я думал, будет его сложнее искать. Ну ладно. Так, что у нас тут еще есть? Интересного. Ну, вроде бы больше ничего. Так, давайте заберем все, что тут осталось. Все, взрывчатка заполнена. Блин, хороший великанчик. Ну что ж, я продолжаю. Итак, что хотелось бы сейчас отметить. Только что меня выкинуло. И как я почитал в комментах на разных сайтах, выкидывание вызывает убийство Минотавра. То есть, если мы его убиваем, идет выброс на рабочий стол. Вот. Я не знаю, как решить эту проблему. Так, сейчас. Так, ну поэтому я решил сделать. Вот он. Вот, друзья, если вы увидите его здесь, ну тем более вы его все равно увидите, он тут появляется, то тогда не убивайте его, а просто текайте в другую сторону. Вот, и тогда все будет окей. Так, сейчас. Окей. А теперь можно текать. Вау, сколько вас тут. Ах да, и еще. Как вы уже заметили, я включил читы от разработчиков. Но пока я ими не пользовался. Ну разве что включил. Ну, бессмертие, бо я уже не хочу бегать от них. Прятаться, сразу всех валить нафиг, то что
Я хочу по-быстренькому сейчас вот все это пройти, потому что я не хочу сейчас полчаса всех их валить. Вот, это слишком много времени для записи, для обработки и так далее. Вот, поэтому я сейчас быстренько завалю и быстренько пройдем это DLS. Вот такие дела. Ну все, теперь понеслась. Вот так. Так, бегом, бегом, бегом. Абу Симбел. Самые древние храмы, самые искрометные пришельцы. Окей. Автосейв прошел. Так, броньку взяли. Что еще у нас тут есть? Детка, я так скучал. Да я как скучал. Ладно, понеслась. Блин, у вас уже многовато. Ну ничего. Окей. Да, блин, откуда вы вылазите? Окей. Зашибись. Да стой ты ровно. Отдыхай. Да блин, чё у вас так много? Ёлки-палки. Наконец-то автосейв. Что, все, всех перебил. Ладно. Так, думаю, мне сюда. Так, что у нас здесь? Печально, когда отцу приходится хоронить сына. Но еще печальнее, когда сын поднимает руку на отца. Понятно. Все, тупик, Квин. Тут здоровенный зал и статуя. Какая?
Я не то чтобы разбираюсь во всех этих египетских фараонах. Мужчина или женщина? Вроде бы мужик, хотя хрен знает. Стоит в юбке, в руке палка у него. Рядом есть пустой пьедестал? Та-дам! Приз в студию! Ясно, это Рамзес Великий. Рядом должна быть Нефертари, его жена. Археологи так и не нашли ее статую. Как гласят иероглифы, вернув статую на место, можно открыть дверь в вечность. Знаешь, я ни хрена не понял. Похоже, это вход в зал управления ключом к вечности. Осталось найти вторую статую. Легко! Я просто сделаю то, что не смогли сделать все археологи мира за последние 200 лет. У тебя же есть браслет. А еще адская харизма. В смысле, верная ракетница. Статуя может быть внутри, так что поищи скрытую сирианскую дверь. С удовольствием. Я очень люблю это. Так, только единственный вопрос. Где эта дверь? Мне это очень любопытно. А, стоп. Вот трещины. Ладно. Ничего, да? Так, ну что ж, я сейчас опять отключаюсь, пока не найду эту скрытую дверку. Ну что ж, продолжаем. Итак, я нашел этот тайный ход. Вот, значит, он находится не в том здании, где я был, а там уже выйти из того здания, пройтись дальше и найти второй храм. Вот. Мы в него заходим, убиваем всех тут монстров, которые есть. И нам предоставляют... Тут вон в дверях по бокам есть ключи, рычаги, мы на них нажимаем, и нам открывают 4 испытания. 1, 2, 3, 4. При прохождении всех этих испытаний нам откроют 4 двери, 1, 2, 3, 4, в которой находится он статуя, которую мы сейчас и заберем. Так, ну что ж, статуя, я иду к тебе. Так, ну теперь можно сваливать. А хотя стоп. Чуть не пропустил. Любовь Рамзеса и Нефертари была так сильна, что даже боги взирали на них с восхищением. Ух ты. Ништяк. Так, ну а теперь сваливаем отсюда. Так, ну на выходе нас уже по-любому ждут. Как мило. Так, опять минотавры. Так, ну я его трогать сейчас не буду. Я не хочу, чтобы меня сейчас опять выкинуло. Поэтому, ну его нафиг. Все, иди отсюда. Я тебя трогать не собираюсь. Иди к папе. Сэм, в зале управления сразу ищи что-нибудь вроде рычагов, чтобы запустить ключ. Квин? Включи его как можно быстрее, Сэм. Войска Ментала захватили Луксор, и если ключ не заработает, нам придется... Квин! Что?
Говорю, это не зал управления. Думаешь? Больше похоже на холостяцкую берлогу. Тут какой-то черный резной шар. Сейчас взгляну на сканы. Черт, ты прав. Это не то. Рядом есть печать Сета. Если повезет, она откроет гробницу сетерка Пшефа. Я Воль. Она в 3 милях от тебя. Я тебя понял. А все наши вертушки на задании. За мной должок, Сэм. И не один, Квин. Чем будешь расплачиваться? Ясно. Окей, значит, теперь у нас новая миссия. Второе рождение. Хорошо. Ну, я сейчас на этом тогда заканчиваю. И продолжим позже.